Новим роком, з новим щастям, шановні телеглядачі! Ми вітаємо вас у програмі «Це вас хвилює» і з вами я, Галина Щерба. Отже, ми сподіваємося, що і в новому 2017 році ви також будете залишатися разом із нами на телеканалі «Миколаїв». У наших дітлахів зараз канікули, а дорослі опікуються тим, щоб ці канікули були змістовними і цікавими. Чим живе у цей час обласний будинок художньої творчості? Про це ми поговоримо із нашим святковим гостем. І у нас у студії Микита Горшков, методист театрального жанру обласного будинку художньої творчості. Вітаю вас! Здравствуйте! З Новим роком! З новим вас теж з Новим годом! Здоров'я, натхнення і ідей вам! Спасибо! І всіх телезрителей хочеться поздравити з Новим годом! Конечно же, пожелать всем исполнения желаний, прежде всего. А детям, чтобы не болели, чтобы учились хорошо, чтобы радовали родителей, и тоже, чтобы их все мечты исполнялись. Ну, вот. Чудове побажання. Я думаю, що ви, творчі працівники, робите дуже багато для того, щоб здійснювалася дитяча мрія у казку, у диво, у справжнє свято. Конечно. Мы вообще в областном доме художественного творчества считаем, что сказка у ребенка должна быть. Это самое главное, потому что детство, то, что мы вкладываем в детстве, это, конечно же, отразится на их дальнейшей жизни и их жизненном успехе. И это відчувається, це не просто ваше переконання, а ви робите для цього все можливе. Тому що дитяче свято, новорічне, наприклад, у будинку творчості, це просто якийсь неймовірний калейдоскоп емоцій, подій, якогось натхнення та ідей. Да, ми очень стараємося, всегда переживаємо, как же ж діти і їх родители оцінять нашу роботу. Це новорічний марафон вже розпочався. І у вас вже закончився, на самом деле, і очень он був довгий. Ми почали свої утренники 16 декабря. Премьерой. И вот 2 января прошли последние утренники. Всего их было 30 утренников. Дети, казалось бы, немножко устают, но нет, они хотят еще. Взрослые, конечно же, устают, а дети еще хотят. А готовиться к Новому году мы вообще начали, вот как отпраздновали День Учителя, который проходит в начале октября, и сразу же взялись за подготовку Нового года. Собралась инициативная группа. В нее входят не только, допустим, режиссер областного дома художественного творчества, культорганизатор, в нее входят активные руководители кружков с творческими жилками, такими, знаете, креативными. А обязательно администрация входит в креативную группу. Мы садимся, делаем мозговой штурм, придумываем идеи, накидываем планы, что бы хотелось видеть в новогодней сказке, вырисовывается идея, и мы ее потом начинаем, как маленький-маленький снежный шарик, накатывать в клубочек, и получается утренник. У вас ці казки – це не просто дитячий ранок, а це дуже сучасне дійство. Да, очень хотелось бы сказать, я всегда об этом говорю, я не могу сказать, что мы придумали такой вид, такой, ну, не жанр, а вид действа, да, формулу такую придумали, ее используют, но мы хотим, стараемся в своих сказках совмещать и театральное действие, и эстрадное действие, и, конечно же, интерактивное действие, когда дети являются прямым, непосредственным участником событий, которые происходят на сцене. Для нас это очень важно, чтобы ребенок не просто пришел и посмотрел какую-то сказку, а чтобы он понял, что для того, чтобы произошло добро и что-то исполнилось, надо тоже приложить действие. Ну, це дуже правильно. Ці ранки, ці вистави вже стали спогадами для їх авторів і для їх учасників. Да. Наша знімальна група зафіксувала на камеру це дійство і зараз пропоную його пригадати разом з удовольствием. Із нашою посмотрим. Знімальною групою, з нашими колегами. Захоплююча казкова феєрія перенесла дітей та їх педагогів у загадковий світ новорічних пригод, де учасниками чарівного дійства стали всі присутні в залі. На виставу з'їхались учні початкових класів зі всієї Миколаївської області. Їхні викладачі вирішили зробити невеликий сюрприз, не сказав, на що саме вони приїздять. Тому вражень та сподівань в них хоч відбавляй.
Ці костюми, мелодійні пісні та запальні танці, веселі та цікаві ігри – ось складові успіху цієї чарівної казки. А ще, звичайно, багато гумору та новорічного запалу. Глядачі разом з головними героями казки змогли перемогти зло і перетворити злих персонажів на добрих. Новорічна казка мюзикл хештег «Кукарек» триватиме до 2 січня, а тому у бажаючих поринити в чарівну атмосферу ще є час. Да, як вчора було. Чудові спогади, справді. З казкою по життю, так? Да. Розкажіть про учасників цього масштабного дійства. Звісно ж, хочеться віддати должне нашим учасникам, тому що, ну, во-первых, це діти, які в основному у нас там танцюють, поють і виконують і ролі і першого, і другого плану. Кожен рік по-разному. В цьому році у нас прийняло участь 150 где-то 150 детей из разных коллективов, и танцевальных, и хореографических. Конечно же, дети из кружков художественного творчества, изобразительного искусства тоже помогали своим педагогам в изготовлении декораций. Это все руками деток тоже делалось. Поэтому, наверное, 150, сказать, будет мало. Но тех, кто были на сцене, их 150 человек было. Молодцы. Да. Це наскільки важливо, правда, долучити дітей саме не тільки от зробити їх глядачами, а ще й зробити активними учасниками, да, да. Дієвими, головними дієвими особами. Ми завжди переживаємо, як же діти витримають цей марафон, но зря ми переживаємо, лучше б ми за себе переживали. Діти дуже активні, да, діти дуже позитивні, їм завжди це дуже подобається. Ви представляєте, 150 чоловік, і всі вони, вот эта вот масса за кулисами перемещается с номера на номер. Они, если в течение года они имеют возможность общаться между коллективами, ну, кое-как общаться имеют возможность, в основном только внутри своих коллективов, то на таких мероприятиях они, конечно же, сближаются, дети из разных коллективов, у них появляются темы для обсуждений общие, у них появляются какие-то фишечки свои, какие-то прикольчики по поводу Нового года. То есть это их сближает однозначно, и мы и на это нацеливаемся, делая вот такие вот масштабные совместные проекты, которые объединяют все коллективы нашего Дома творчества. Конечно же, хочется еще сказать о взрослых наших актерах. Конечно же, мы не театр, и профессиональных актеров у нас нет. Мы выкручиваемся своими силами. Где-то нам помогает молодежь, в плане студенты, которые приходят к нам работать. Они молодые, энергичные. Вот студенты колледжа культуры, бывшие студенты. Есть вот такие персонажи, как я, например, да, вот имею отношение к театральному искусству, немного понимаю, что надо делать на сцене. Есть люди, которые работали культорганизаторами в прошлом, да, и они тоже приблизительно понимают, что надо делать. А есть люди, которые, ну, для них сцена – это открытие. Вот, например, одну из главных ролей, одну из ключевых ролей у нас сыграет Максим Юрьевич, это заместитель директора по административно-хозяйственной части. Это наш, как мы его называем, добрый завхоз, который выходит на сцену и с удовольствием играет. Он, конечно, переживает, но мы его успокаиваем и говорим, что у тебя все получается, ты молодец. В общем, и такое есть у нас. Дорослі також відкривають себе з нового боку. Конечно, да. У нас вот и заместитель директора играет, один заместитель директора по учебной части играет, цыганку играет Светлана Ивановна. У нас еще заведующие делами, все нас, практически все на сцене, вот методист на сцене, культорганизатор на сцене. Так, наступного року ще треба буде і директора витягнути. Я думаю, ми будемо двигатися в цьому направлении. В цьому році обмежилися тільки заступниками, а наступного, да, року, да, є. Я думаю, ми будемо двигатися в цьому направлении. Перспектива. Но у нас такой креативный директор, что она не испугается, я думаю, она с удовольствием пойдет на сцену, еще даст фору
всем нам. Будет головная роль. Конечно, конечно. Единственное, кто на кого же станется на все эти дни целый областной дом художественного творчества? Им же надо руководить, а там принимать детей, родителей на утренники. Это тоже большая ответственная работа. Ще є час Следить подумати. За порядком. Конечно, ще конечно. Тут надо подумать. Дивіться, марафон ось такий святкових дійств вже для вас залишився. Але канікули тривають. Да. І вам треба думати про те, чим зайняти дітей і що буде робити ось обласний будинок художньої творчості саме в цей час, щоб було і дітям цікаво і корисно, і, звичайно, і дорослі почувалися такими спокійними. Совершенно верно. В канікулярне время обласний дом художественного творчества работает, продолжает свою работу и проходит программа так называемые каникулы. Это что подразумевает собой эта программа? Прежде всего, это занятость детей. Прежде всего, это тех детей, которые ходят в кружки и в коллективы областного дома художественного творчества. То будинок не йде на каникулы? Нет, конечно, нет. Творчество. Все коллективы работают за своим отдельным графиком, который собран воедино, чтобы мы понимали, какой... То есть не всегда это занятие по плану. Есть и занятия, а есть и экскурсии, есть и какие-то, скажем так, мероприятия внутренние, досуговые у коллективов. Конечно же, есть выезды на фестивали, потому что в этот период как раз вот по всей Украине проходят много фольклорных фестивалей, проходят и наши вокальные коллективы ездят, показывают свое искусство на фольклорных фестивалях. То есть есть целая такая программа деятельности? Конечно, конечно. Это... Не игры, это серьезно все. И, кстати, по поводу фольклорного Операция фестиваля. Каникулы. Да, да, вот так скажем. Да, каникулы. О, правильно. И есть, что касается фестивалей, хотел бы сказать, что 10 января, и это мероприятие тоже входит в программу «Каникулы», проходит фольклорный фестиваль, называется «Рездвяне каникулы». Его название. И к нам приезжают фольклорные коллективы со всей Николаевской области. Традиционно мы делали этот фестиваль у нас в областном доме художественного творчества. Ребята выходили и показывали фольклорные действия вот как раз вот этого вот зимнего цикла фольклорных праздников. Вертепы, да. Все, вот кто-то себе выбирает какую-то тематику и показывает ее привозит нам. Очень интересное мероприятие, и вот как-то мы подумали, что, наверное, если мероприятие интересное, действительно, да, мы можем видеть фольклорное искусство. К сожалению, это искусство у нас сегодня не такое популярное, скажем, это не локомотив, который, да, везет детское творчество. Вот мы хотим, чтобы фольклорное искусство популяризировалось. И решили, что, наверное, хватит у себя там где-то делать какие-то мероприятия, а выйти и показать это искусство всем людям. И в этом году мы так себе придумали, что будет это проходить возле елочки в развлекательном, в центре, сити-центре будет проходить это мероприятие. Прямо там вот есть большая вот площадка внизу на первом этаже с елкой. И коллективы с области приедут и будут для всех желающих посмотреть это искусство, будут его демонстрировать. Это круто, это такой фестиваль будет. Да, да, это фестиваль. Я точно не могу сказать, но, по-моему, пришли разговоры о том, что вот всегда у нас были там призовые места, первое, второе, третье, участники были. В этом году мы хотим отойти от конкурсного характера, да, и сделать его более, скажем, позитивным. Да, да. Чтобы не было у нас проигравших, чтобы у нас все остались победителями. Я думаю, это правильно. В некоторых моментах мы должны отходить от конкурсных основ, потому что дети должны уметь сражаться, но не всегда. Я считаю, что когда-то должен быть позитивный момент без всякого-всякого негатива. Це якраз такі дні, такі святкові, чарівні, різдвяні дні, коли хочеться пригадати щось давнє, торкнутися історії і перенестися в якусь давнину і повернутися знову в наш час і зрозуміти, що ми
такі, які були колись, але все ж таки можемо вже по-новому на все це подивитися. Хто буде брати участь? Это фольклорные коллективы со всей области. Приезжают они, подают заявочки задолго до самого фестиваля и приезжают с удовольствием. Это сейчас скажу, в среднем каждый год это традиционный фестиваль наш, он объединяет где-то около 15 коллективов. Коли буде, відбудеться це свято? 10 января, и, наверное, начало будет в 10 утра. Ну, как по плану было раньше, он начинался в 10. Не знаю, может быть, коллективы какие-то внесутся, но я думаю, что кто захочет прийти 10 января посмотреть, обязательно будет информация о том, как, где он будет проходить и во сколько. Заходите на наш сайт областного дома художественного творчества, там вся информация есть в доступе. И, кстати, информацию про наши утренники вы сможете там посмотреть. В общем, приглашаем всех на наше мероприятие. Вот ближайшее 10 января состоится фольклорный фестиваль «Різдвяні канікули». Чудовий захід, я думаю, що не можна його оминути своєю увагою. У багатьох містах України подібні заходи збирають тисячі людей, і це завжди яскраве, чарівне, магічне дійство, і приносить масу задоволення. У нас ще є час для того, щоб поговорити і висвітити і інші сторони діяльності вашого закладу. Можна поговорити ще про ті фестивалі, в яких ваші колективи беруть участь, де вони показують себе в ці святкові дні. Ну, традиционно есть фестивали, которые вот появляются, и коллективы желают на них ездить, да, вот спонтанные фестивали, так будем их называть. А есть традиционные фестивали, и есть у нас коллектив вокальный, народный художественный коллектив, студия эстрадного пения «Сузирия». И они вот любят они очень ездить. Фестиваль, я сейчас не вспомню, как он называется, но проходит он во Львове. Это фольклорный фестиваль, в который включает в себя и вокальное искусство. То есть есть фестивали, которые чисто вот обрядовые, а есть там, где можно и вокальное искусство показывать. Вот они очень любят такие фестивали, ездят. В таких фестивалях чем они ценны? Тем, что там не только конкурсная программа проходит, очень, скажем так, серьезная, потому что много очень хороших коллективов приезжают на такие фестивали, а еще и досуговая программа, и дети имеют возможность поехать там на экскурсии, посмотреть какие-то представления, пообщаться с коллегами из других городов, то есть это все предусматривается программами фестивалей, и мы с удовольствием отпускаем наши коллективы на эти фестивали. Чтобы они могли и себя, конечно, показать, конечно, и других, да, подивитися. Это досвід в первую очередь. Да, ну и, конечно же, мы прекрасно все знаем, что именно вот в зимний период очень красиво в городах и селах, и на природе, вот на Западной Украине, очень хорошая природа, красивые заснеженные деревья, горы, это все, конечно же... Чего нам не вистачает в нашей південній, да, зимі. Да, и поэтому вот в этот период дети с удовольствием ездят на фольклорные фестивали, которые там проходят. Привозят из собой у валізках чимало вражень. Прежде всего, враження вони привозять, да, да. Так, і потім щось створюється таке нове і неповторне, і цікаве, так? Конечно, кто-то скажет, что мы едем на конкурс соревноваться, кто-то скажет, мы едем набираться новых впечатлений для того, чтобы были силы для дальнейшей работы, было какой-то стимул для роста. Может, кто-то увидит там свою вторую половинку будущую. Может быть, и так можно говорить о том, что это... Ничего себе, какие планы. Да, ну, конечно, ну, а пути Господни неисповедимы, как говорят. Так поэтому... бывает. Конечно, конечно. Поэтому надо путешествовать, надо ездить, надо общаться. Вообще, детство – это тот период, когда надо побольше общаться, побольше разговаривать. Общаться, наверное, не... ну, нельзя так говорить, но там не в интернете, потому что все-таки интернет занимает большую часть нашей жизни, а у детей так и подавно. А общаться, иметь живое общение, конечно же, смотреть в глаза своему собеседнику, обмениваться теплом этого разговора, этого общения. Только так мы понимаем, куда мы движемся. Ну, я розумію, що керівники колективів,
методисти, дорослі роблять дуже багато для того, щоб дітей відірвати саме від комп'ютера, від інтернету і залучити до якоїсь іншої діяльності. Звісно ж, це не стоїть головною ціллю, да, оторвати дитину від комп'ютера. Все-таки але воно так как, виходить. Ми, коли воспитательний інститут займаємося цим, прежде всього... потрібно буде вибрати або посидіти за комп'ютером, або встати в холодну погоду, піти чи поїхати кудись. Якщо дитину дати такий вибір, да, то дитина, можливо, і... может сделать неправильный выбор. Для этого, конечно же, есть такой воспитательный институт, как семья. Они тоже должны... Ну, кстати, и что хочется сказать по поводу наших родителей. Это наши, как говорится, союзники. Мы очень любим наших родителей. И, кстати, это очень заметно в период вот как раз подготовки к нашим новогодним утренникам, потому что столько репетиций, сколько мы проводим, и без родителей они не проходят. И родители – это наши первые люди, которые приходят на наши утренники, потому что они приходят на премьеру, и они ходят на репетиции, они знают ее от и до, эту сказку, но все равно приходят. Могли б сами вышли. Конечно, конечно, каждый мог, он знает все слова. И вот хочется отметить наших родителей, они очень стойко выдерживают весь этот тяжелый репетиционный момент, и... с пониманием относятся к тому, что происходит. Потому что не всегда в удобное для родителей время проходит репетиции. Особенно, когда проходят сводные, массовые репетиции. Когда нам надо совместить все эти коллективы, все 150 человек плюс актеры, добиться динамики действия. Это всегда со стороны может выглядеть, ну, скажем так, дуже рутинно. Складно. Да, рутинно очень. Но родители понимают все, им огромное за это спасибо. Я еще раз повторюсь, они наши союзники вот в этом действии. Там, где батьки берут активную участь в виховании, віддають свой час, свои бажання, свои силы, там и дитина дає результат. Конечно, конечно. И когда, вот если мы поговорим вообще о детском творчестве, каждый родитель, когда думает, привести ребенка или не привести, все-таки это время, ну или там неудобно ездить. Вот всегда, когда родитель задает себе такой вопрос, он должен знать обязательно одну вещь, что здесь у нас в Доме творчества, да, в любом, или у нас в областном, или в городском дворце, или в районном Доме творчества, в любом вот заведении внешкольного образования, ребенок получит не только определенные знания и умения, которые он там, допустим, научится петь, танцевать, рисовать, вышивать, там прикладные какие-то, да, умения. Он прежде всего получит воспитание, потому что педагоги, которые вкладывают в него знания, они вкладывают в него правильные вещи, они вкладывают понимание того, что, чего мы хотим от этой жизни, да, то есть ну, это как психологи. Не только в родине может отримувати досвід життєвий, так? А спілкуватися з іншими дітьми, конечно, з іншими дорослими, конечно. Набувати якусь маленьку, але професію вже, справу, яка може перерости в справу життя. Це само собою, да, до, як говориться, до професіональної підготовки у нас однозначно, тому що дуже великий процент дітей, які у нас займаються в кружках, вони потім зв'язують з цією діяльністю свою життя. У вас же є такий досвід? І, да, і ми стараємося відслежувати цю динаміку, да, і ми стараємося слідити за нашими звездочками и выпускниками, да, которые вот себя хорошо проявляли в том или ином искусстве у нас в Доме творчества. Мы стараемся следить за их судьбой и всячески поддерживать. Мабуть, на цю тему слід зробити окрему передачу. Я а наша думаю, вже да. Добігає кінця, і у нас ще є півтори хвилинки для того, щоб ми могли передати побажання для наших глядачів. Я прошу. Ой, з Новим годом всіх! Спасибо вам, что вы приглашаете. Очень приятно всегда приходить к вам в студию. Конечно же, прежде всего, хочу пожелать здоровья, удачи, успеха нашим детям, которые у нас занимаются. И огромное спасибо им сказать за ту работу, которую они проделали. Их родителям и своим коллегам тоже хочу передать привет и сказать огромное спасибо. Всех поздравить с Новым годом. И
пригласить всех-всех-всех детей, их родителей к нам в Дом творчества. Можете приходить на наше мероприятие, мы вас будем очень рады видеть, и приводите детей в наши кружки. Спасибо вам за внимание, с Новым годом всех! І вас з Новим роком, нових ідей, нового натхнення і нових глядачів вашого дійства. Дякую вам за Спасибо. Цікаву і змістовну бесіду. З вами, друзі, ми прощаємося. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.